Вот такой прикольный верблюдик у нас. Так, доставайте карточки. Сейчас мы карточки с вами откроем. Да, мелкие запчасти. Давай, раскрой мелкие запчасти. Матвей, ты пока можешь все сюда, все, что вот вы вытащите из... Вот сюда кладите. Значит, по правилам игры, вот эти предметы, которые здесь нарисованы, да, мы видим, вот у нас их много тут, мы должны разложить вокруг верблюда. Но для начала нам нужно посадить самого верблюда. Стойте, это делается вот следующим образом. Как написано в правилах. Смотрите. Делается это следующим образом. Матвей, подожди. Берем за хвостик и за шею. И до щелчка. До щелчка. Так, ребят, ну вот мы посадили верблюда. У нас все-таки это получилось. Да, еле-еле. Значит, давайте, Аня и Матвей, раскладывайте по вокруг верблюда предметы. Матвей, ты пока доставай карточки. Клади карточки сюда, на стол. Теперь самый маленький по возрасту начинает первый. Цель игры – аккуратно расположить на седле верблюда как можно больше предметов. И будьте осторожны, не злите избалованного и капризного верблюда, иначе он может сбросить весь ваш багаж. Значит, первым делом, что мы должны сделать? По очереди брать карточки и в соответствии с тем, что будет нарисовано на карточке, брать предмет и вешать его на верблюда. Аккуратно. Наша задача – как можно больше обвешать его и как можно больше набрать очков. Потому что, например, вот вы видите цифру 2. Это значит, игрок пропускает ход, он оставляет эту карточку себе, потому что потом она ему понадобится для подсчета очков. Если вот такой предмет вам попался, значит, вы его находите здесь и вешаете на верблюда. А если его... Если верблюд... Циферками? Да, если... Циферки нам потом пригодятся для подсчета голосов. Если у вас верблюд... встал, проснулся, и все упало, значит, мы заканчиваем, это будет первый раунд, мы начинаем. Это ну что, хорошо. Ну что, поехали? Матвей начинает первый. Матвей начинает первый. Клади. Бери. И что это? Тарелочка. Тарелочка. Так, это твоя карточка, убирай ее. Кладем. Вешаем. Аккуратно, аккуратно. Твоя задача аккуратно, он вскочит, игра закончится. Так, теперь Аня, потом папа, давай. Игра закончится? Один. Ты пропускаешь ход, но тебе эта карточка пригодится потом для подсчета. Так, у меня вот такая штучка. Матвей берет. Гитара, бери, вешай. Можешь с другой стороны, можешь с другой стороны можешь повесить, сюда. Можешь сюда. Так, эту к себе убирай. Один. Вот это вот, как это, кувшин или что? Ну бери, он желтого здесь нарисован, вот он синего, бери цвета. Ты можешь, верблюда мы не крутим, мы можем взять и с другой стороны подойти и повесить, да, на другую сторону верблюда. Так, теперь папа. У нас остался один. Какую штучку я беру? Так, теперь Матвей берет. Два. Пропускаешь ход, но это тебе пригодится, я уже говорил. Можешь вот так вот. Нет, просто один раз пропускаешь ход. Так, лампа какая-то берешь, ищешь такую похожую и вешаешь. У нас верблюд должен как можно больше перевести предметов. Вешай. Это страшно! Первый раунд у нас закончился. Аня проиграла. Поехали. Аня первая теперь берет. Один. Пропускаешь ход. А Матвей как пошел? Тяни давай. Опа. Так, бери. Где? Ну вот такую же. Найди вот такую штучку. Такую штучку? Да. Вот кувшин. Кувшин. Или лампа. Это кувшин. Хорошо, кувшин. А не лампа. Так, сумка вот такая, или что это? Это сумочка.
А, вот она, желтого цвета. Это корзинка. Так. Которую Маша сидела. Следующий. Маша. Так. Вот такой вот, такой вот чайничек. Ой, так. Теперь я. Теперь Матвейка. Видно. Покажи. Видно. Видно. Ну да, хорошо, мы, видишь, плохо перемешали. Так, пропускаешь ход. Папа берет. Так, веник это какой-то веник. Какое-то сено, да, как будто бы? Да, он его купит. Так. Очень тяжело. Давай. Сейчас нужно, чем больше мы вешаем, тем аккуратнее должно быть это действие. Да, бери. Чем... Аккуратно, как папа вешает. Раунд номер два закончился. Вот же верблюд. Начинаем третий раунд. Раунд номер и три. Начинает. И я начинаю. Вот там я первый. Сундук. Сундук. Вешай. Так. Так, это непонятно что. Покажи, что как непонятно. Вот тут. Вот эта штучка. Так, поехали. Почему-то они не соответствуют цвету картины. Ну ничего страшного. Матвейка. Матвей, это очень вот страшно. Извините, вы не получаете ни одного очка. Очередь переходит к следующему игроку. То есть просто у тебя 0 очков, и очередь переходит к следующему игроку, то есть папе. К папе. Так, вот такая штучка, длинненькая, где она у нас? Вот она, вот вешаем. Это, папа, вот это вот так. Так, теперь я. Тихо, аккуратнее и аккуратнее все нам нужно, покажи. Пропускаешь ход, но у тебя набираются очки. У меня уже 6 очков. Матвей, ходи. У меня получается 6 очков. Вот так, найди вот такую вот я по картинке. Так. Теперь ты. Нет, или ты, я? Ты первый ход. Два. Пропускаю ход, но набираю очки. Так, если у нас удастся их посчитать. Так, давай. Самое страшное это вот это. Можно повешать на какую-то? Можно на другую какую-то вешать, не обязательно туда. Аня уже не первый раз на ней подлетала, поэтому... Боится вешать, но то же самое. Ты аккуратно, аккуратно вешай, аккуратно, медленно опускай. Молодец. Фу, так, получилось, теперь наверное. Матвей берет. У меня получается 8 очков, точнее. 3, у нас 3, уже 3, верблюд, вот много это? Чего на нем висит. Да, ищи но такую он еще штуку. Не подскочил. Он еще не подскочил. Так, Матвей аккуратно вешает. Он всегда на пятом разу у нас подскакивает. Это как? У нас пока верблюд стоит. Так, и я беру такую. Где она у нас? Вот она, это копна сена. Он у нас спит. И я ее вешаю вот сюда. Меч. Меч у нас точно есть. Так. А у нас никуда она не падала, вот эта штука? Не... Ну ладно, мы поищем потом. Так. Так. Это как? Он не просто... Теперь, Матвей, бери ты. У нас осталось раз, два, бери три, ты. Четыре, пять, верблюд шесть, пока семь. Спит. У нас 7 деталей осталось. Кувшин. Матвей, только осторожно, пожалуйста. Нет, туда не лезет. Вот сюда. А? Да. Вот тут. Ой. Поднимай еще раз, вешай. Стоп, это как? И я еще теперь он беру. Работает. Он работает. Так, вот такая вот штучка у меня. Я ее беру и вешаю вот сюда. Есть там еще место? Есть. Просто... Папа, я сама испугалась. Так. Если у нас вдруг закончатся карточки, и мы дойдем... Вот. Стоп! И мы дойдем до конца, то мы будем считать очки. Те, которые у нас набраны карточками. Поднимай еще раз, вешай. Это как? Это круто! Давай, бери. Что у тебя попалось? Кувшин этот? У нас три карточки осталось. Четыре? Тихо! Стоп, тихо! Матвейка, Матвейка, Матвейка. О, молодец! Папа, давайте. Давай. Это как?
Гитару. На, держи. Гитару. Так, куда у меня уже места нету. Да. Все, у меня ноль ходов я вытянула себе. Ноль ходов. Клади. Матвей, ходи. Теперь твоя очередь. Я люблю так много вещей. Пропускаешь. И последний папа. Я достал сумку и вешаю ее. Непонятно, уже нет места. Вот, вот тут я нашел местечко. Вот нашел местечко. Кстати, ба, почему это тогда осталось та еще? Ребят, у нас есть с вами... У нас осталось еще. Хорошо, у нас есть с вами карточки. Верблюд у нас стоит на месте. Матвей, каждый подсчитывает свои баллы. Матвей, ты свои считаешь, 1, ты свои, 2, а я свои. 4, 5, 6. У меня 6 баллов. 4, 8, 4, 6, 9, 11 и 6. Это 17. У меня 17 баллов. Папа выиграл, я на втором месте. У тебя сколько баллов? 10. И у Матвея 1, 2, 3... 4, 5, 6 у Матвея. А у меня папа победил. А ну-ка попробуй повесить, Матвейка, еще что-нибудь. Вдруг... Пусть он у нас рассыпется. Давай. Потому что я шатал специально. Ань, и что мы хотим сказать? Смотри.